А не в распаде. Там косяк, наверное, подошел. Косяк. У нас был большой косяк. Может быть, там какой-нибудь дельфин? Сейчас дернет, я его ебану. Хуёво видно в натяжку, не? Хуя нет. Их был большой косяк. Нихуя, ребята. Нихуя. Все, клевал? Колючеобразный, поди. Это что было? Колокольчик. Ёб твою мать. А что, его хуй достанешь, да, уже? 80 рублев. А что, магнит завтра взять? Или когда мы здесь будем? Ну, я его хоть заснял, место это точно. Координаты сейчас запишу. Жень, удочка сейчас твоя не помешает мне? Да, нет. Куруза? Так, держи. Ова. Ну кукурузу, ребята, уже трех поймал. Сейчас четвертый вот клюет. При том, при всем нормальный чебак и этот. Плотвинный. Красноглазый. Ездовой. Да. Сразу после стоков. Чуть ниже коса. Он поди это. Как она их называла вчера? Червей. Видите, кукурузка. Ой, блядь, леска. Видел, Евгений тоже нахуй выцепил. Ты смотри, он меня в лоб ёбнет нахуй. А ты говоришь, кукурузу не надо. Так у нас черви кончились, а бандюэля... Тихо-тихо-тихо! Стоять, сука! Тихо-тихо-тихо. Пидор! Ушел нахуй! На бандюэль ловим! Видишь, да я тебе говорю, раньше надо было. Мы бы сейчас полпоселка накормили. Я не заснял. Блять, ребята, сейчас еще один у меня попался. И туда же нахуй ушел. Только я его через спину хуйнул. Так вот беру, одеваю кукурузу. Вот так нужно обязательно одеть и вот так сделать. И вот так закидываешь вот в это окно. И вот так сидишь, ждешь. Хуй знает, может сейчас спугнул нахуй этих чебачков. Но будем ждать лучшего результата. Короче, колокольчик у меня улетел сюда нахуй. При вас, по-моему, да? Снимал, не снимал, не помню. Тут у нас чуть-чуть рыба есть, а там в мешке тоже есть. Видишь, он, наверное, вспугнул, блядь. Да я тут еще пробежал. Он же пуганный. Дернула, блядь. Съел, прикинь, кукурузу съел, уёбок, и перестал, видишь, почему? Вот так, ребятишки, зацепляешь, как мормышку делаешь, чикс, и все. Вот так сделал еще,
И вот так закидываешь. В ту же воронку. Видите, только кинул. Уже начинает его волной. Сейчас вот так ожидаем лучшего результата. Может быть, те же самые приехали, которые с утра были. Хотя, может, тут дальнобой какой. Вот видите, ребята, в ту же воронку кидаешь, нахуй. Тихо. Чебата заебалась. Ну, так тут сидеть до утра, нахуй. Ой, тихо. Он, блядь, третий, который хотел съебаться. Надо это ведро высыпать, нахуй. Видишь, и одевать надо по-правильному. Он тогда начинает ловиться, как на мормышку. Вот так, ребятишки, одеваете, видите, вот так, хоп, хоп. И все, вот так, чтобы она свисала. А это закидываешь вот так, и в карман в тот же. Или так тяжело сам тянул. Ты поверил, что она кукурузу клюет? Ты что ли задел? Что? Ах ты, блядь. Ёб твою мать. Зацеп нахуй. Что, поймал? А что это было? А? Я так и понял. Буба, я щука, я бы крыл. В этом месте, блядь. Или вот в этом. О, блядь, как заебись повезло-то. В том заводе должен быть щука. И ясь. Еще раз туда.
Охуеть, глубина. Ну, ребятки. Сегодняшний улов. Вот они, блядь. Это Евгений поймал. Это я первого. Это тоже я.